Ну, я журналист, я же смотрю. Знаете, вот Винни-Пух и там ослик, я, помните, да? И вот когда он смотрит на свои изображения в воде, он говорит: душераздирающее зрелище. Какие здания жуткие есть. Какой кошмар вообще. Ну чего? Чего аплодируют? Послушайте, значит, я, конечно, понимаю. Война, разруха, негде жить. Надо строить, надо быстро строить. Надо каким-то образом сделать так, чтобы у людей была крыша над головой. Все это я понимаю. Сейчас в Москве начинают сносить пятиэтажки знаменитые, вы об этом знаете. Но все-таки так некрасиво строить. И потом грязно. Но почему? Почему так грязно? Почему не убирается город? Я думаю, что вы этого не видите. Вы уже как-то привыкли. А как это я буду? Вот как сделать об этом фильм? Об этом тоже. Потому что не только о ребятах, которые хотят и могут. А вот страна, какая она есть на сегодняшний день. Я одно время работал для BBC, мы делали фильм о ракетчиках наших. Недалеко от одного города, неважно, как он называется, огромная база. И все под землей там. Огромная. И рядом с этой базой бывший райцентр. На базе небогато, но чисто. Школы, беговые дорожки на стадионе, все аккуратно, домики, все выкрашено, все это. Райцентр, ну кошмар, просто кошмар. Спрашиваешь людей, почему вы так живете? Почему вы не уберете? А зачем? Ну вот как это? Об этом тоже же надо говорить. И в конце концов сказать, ну русофоб, понятно, ясное дело. И никакой фильм. Понимаете, вот это сложный вопрос. Но я вас услышал. Пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Хотел бы тоже отвлечься, наверное, немножко от политики и сказать, что действительно вот даже...